Алло, здравствуйте. 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 Светлана, к вам поступает из Ханты-Мансийского банка, отдел по работе с проблемами задолженности, зовут Нигар Магомедовна. Я могу услышать, Ивановна? Я фамилию не расслышал вашу. Повторите, пожалуйста, поотчетливее. И имя тоже. Я же вам только что представил. Я попросил поотчетливее, я не распознал. Вы быстро сказали, с дикцией у вас, видимо, сложности. Да, надо... но к вам... Да. Нет никаких сложностей с дикцией. Ну, понимаем. Да, но к вам поступает из Ханты-Мансийского банка, отдел по работе с проблемами задолженности, зовут Нигар Юсипова. Ага, то есть какое-то не русское имя. Слушаю вас. Я могу услышать гражданку, Лену Ивановну. Гражданку, Ивановну вы не услышите. А почему? Не знаю, не хочет она с вами общаться. Она переадресацию настроила. Это она нам приходится, клиентом нашим она является. Так, является вашим клиентом. Угу. А что за организация, куда я попала? Организация, которая оказывает услуги юридического характера. Так, как называть ваша организация? Общество с ограниченной ответственностью АЛИАМ. Две буквы Л внутри слова. Так, одну минуту, пожалуйста. АЛИАМ, да? Угу. Так, а вас как зовут? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич. Угу. Дмитрий Евгеньевич, будьте добры, запишите наш номер телефона, чтобы передать данной гражданке информацию. 8800. Вы звонили ей. Она увидела от вас входящий звонок и нажала сброс специально. Она не хочет с вами общаться. Зачем я буду что-то записывать? Нет, вы понимаете, ваши компетенции, хотя бы вы можете ей передать информацию, чтобы она перезвонила в банк открытия. Такое ощущение, что вы только себя слышите. Она видит звонок, ей не нужно никуда перезвонить, она не хочет этого делать. Стоп, вы являетесь ее, то есть, представителем, я правильно понимаю? Абсолютно правильно. Так, то есть вы за ее финансы обязательно несете ответственность? Мы несем ответственность за то, как будут развиваться события в общении с ее кредиторами. Так, и на какой стадии находится дело? Сейчас пока она досудебная. Ведется переписка с банками. Так, в таком случае ваше хотя бы обязательно передайте данной гражданке, чтобы она хотя бы связалась с банком. Девушка не хочет, я ей передам хоть 100 раз. Ну вы что, не слышите сами себя, ну елки-моталки. Да, иначе это дело приведет к негативным последствиям. Каким негативным последствиям? Озвучьте мне эти негативные последствия. Какие? Максимум суд, судебное разбирательство, а мы только туда и стремимся. Мы сейчас письма пишем в банк, пойдемте в суд, в банк, зовем в судебное разбирательство. А это ее контакт... Так, стоп, это ее контактный телефон, я вас правильно понимаю? Это ее телефон, который она вам оставила, да, она еще раз, я вам повторяю, воспользовалась услугой переадресации. Она сбрасывает все звонки от своих банкиров, кредиторов, чтобы мы с вами общались. Я вас тогда поняла. О, наконец-то. Звонков неоднократно. Всего доброго. Ну, это хорошо, это правильно. До свидания. Алло, еще что-то? Всего доброго вам, до свидания. А, ну давайте кладем трубку. Алло?